У меня есть собака. Ну, как собака, маленькая собачка. А она у меня есть относительно недавно, 2 месяца. Это был подарок на день рождения мне, на мой. Раньше, до этого, у меня всегда были коты. И я не скажу, что мне переход на собаку как-то дался там тяжело или наоборот легко. Но это было серьезное взвешенное решение. И это, кстати, вот получается, у меня всегда были коты. И я перешла на собаку, и это первый раз в жизни, когда я изменила, если вы понимаете, о чем я. Не представляла, что эта собака будет настолько маленькая, настолько такая плюшевая игрушка. Просто он реально выглядит как игрушка. Мы даже, когда во дворе с ним гуляем, там люди идут, и они такие: «А, живая игрушка, живая игрушка». Моего питомца зовут Вова. И я сейчас не про своего дядю, или там про крестного, или там про двоюродного брата. Чаще я использую имя Вова. Ну, когда сильно хочу его поругать, говорю «Владимир». Он как бы к этому имени привык. Люди, конечно, удивляются, почему такое имя, но просто я художник, я так вижу. Если у меня будет пес, и он будет мужского пола, это будет Владимир обязательно. У него вообще, в принципе, пока такой возраст, что он особо меня не слушается, но если я говорю «Владимир» очень строго, то приходится прислушиваться, потому что дальше там только тапок идет уже в ход. Как я сказала, он не слушается, но это все время воспитания. Уже мы начинаем как бы с ним, он больше начинает понимать, особенно если это поощряется какой-то вкусняшкой, это еще быстрее понимается. Так, раздаю ему, можно сказать, премиальные за хорошую работу. Он очень ласковый, добрый, он такой, и он очень любит играть. Ему главное бегать, неважно где, неважно с кем, там во дворе с большими собаками, с детьми. Еще там он подходит к людям постоянно, чтобы его все гладили. То есть он такой очень любвеобильный. Меня это немножко пугает, конечно, но в принципе пока маленький, пусть будет таким. Но потом я его отучу. Пока у нас как бы особо таких нету каких-то... Но я думаю, что все, что будет сгрызено, будет еще впереди. Потому что начинают у них там, я знаю, меняться зубы. Вот это все хочется колиться, но у него очень много игрушек, и поэтому, как только я вижу, что он пытается там грызть или плинтус, или там обувь, я ему сразу игрушку засовываю, или там, не знаю, кость какую-нибудь, или вот это. То есть я его пытаюсь постоянно отвлекать, чтобы он не думал, что грызть что-то, там, мебель или обувь, это хорошо. В футбол играет только Катя у нас в семье, Вова не играет. Ну, в основном это такие, как мяч, я думаю, там, кидать мячик, и он приносит вот эти команды, мы знаем. Там. Но еще раз повторюсь, он очень маленький. То есть он буквально вот там, 800 кг и 2 месяца всего. Но мы еще всему научимся. Вот. Он очень любит бегать. Очень бегать. То есть мы гуляем пока на поводке, и там, если на меня повесить датчик, как на игре, мне кажется, самые основные взрывы будут вот во время прогулки с Вовой. Кстати, вещи он помогает развешивать. Да, если я, допустим, беру что-то из стиральной машины, иду, у меня там 2 носка лежит, он упала, там он берет их в зубы и приносит мне. На самом деле мальтипо это очень, очень умная порода. Корм, какая-то там кость, какая-то часть теленка, по-моему, или что-то такое. И какая-то, только уже в виде филе, без кости, какая-то часть ягненка, я не знаю. Я стараюсь оставлять его все время с одним и тем же человеком, потому что ему так будет привычнее, как бы он знает этого человека, у них хорошие взаимоотношения. Когда я приезжаю, естественно, там в восторге. Я даже когда с тренировки прихожу, там он полдня дома один, он там, у него полный восторг, он постоянно это, мы сразу поводок берем, идем гулять там, что-то там, сразу он такой радостный. Когда у меня не было собаки, приход домой, он был чуть-чуть как, каким-то чуть-чуть другим. Сейчас он, конечно, преподносит очень много хороших эмоций, потому что на тебя сразу вот это бежит. Это классные эмоции, то есть у тебя радость. Неважно, в каком настроении ты приходишь домой, когда ты видишь просто, что Вовчик там язык на плечо и встречает тебя, то волей-неволей ты все равно будешь улыбаться и будешь радоваться. Тяф-тяф! Поздравляем всех с Днем собак! Собаки – классные животные. Собаки – классные животные. Ваф-ваф! Тяф-тяф!